В дни зимних каникул Биробиджанская епархия подготовила детям разнообразную программу. Более 300 школьников посетили епархиальную выставку, побывали на рождественском кинопоказе. Главным же событием в праздничные дни стало большое рождественское представление и елка. Их посетили более 2000 ребятишек разных возрастов. О том, какие сюрпризы ожидали зрители во время представления, в сюжете пресс-центра Биробиджанской епархии. Праздничная атмосфера почувствовалась задолго до спектакля. Сказочные персонажи уже в фойе затеяли с ребятишками веселые игры. Забыла Снегурочка, золотые косы. Затем все были приглашены в зрительный зал на премьеру спектакля по мотивам сказки «Золушка». Вот уже 5-й год яркие сказочные представления собирают ребятишек на светлый праздник Рождества Христова. В этом году он организован Биробиджанской епархией совместно с мэрией города. Веселый и яркий спектакль подготовлен актерами епархиального театра-студии «Образ». Данный «Золушка» – это то, что дает тебе природа. Вот посмотри на моих дочек. Снежаночка, ну-ка встань. Посмотри-ка, выйди. Вот у Снежанны длинные ноги. Значит, у нее есть все данные, чтобы прекрасно танцевать. Сцена областной филармонии позволяет менять красочные декорации и задействовать в постановке большое количество актеров. В этом спектакле их более 30. Кроме того, в постановке принимали участие народный ансамбль танца «Алиса» и солисты областной филармонии. Сцены спектакля наполнены искрометным юмором, песнями и танцами. А разрешите мне пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала, о прелестная незнакомка! Нарядные костюмы сказочных персонажей изготовлены епархиальной мастерской «Рукодельница». Благотворительную помощь в подготовке епархиальной рождественской елки оказали предприниматели. При их активной поддержке приобретены материалы для реквизита и декораций. Техническое оснащение, закуплены сладкие подарки. И в эти праздничные дни стало уже традицией, когда наш епархиальный театр-студия «Образ» готовит праздничный рождественский спектакль-сказку. И мы погружаемся в сказочные чудесные события, которые дарят нам праздничную радость. Мы с вами, конечно же, должны, ребята, поблагодарить наших актеров, которые подготовили эту прекрасную сказку, поблагодарить тех людей, которые помогли нам организовать этот праздник. И после того, как закончится этот праздник, каждый из вас, ребята, получит рождественские подарки. Я с удовольствием поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. Я поздравляю вас с наступившим Новым годом. Я очень благодарен актерам, которые сегодня показали такой прекрасный спектакль. Каждое из представлений, которые прошли в праздничные дни, собирало около 500 ребятишек. Это не только дети прихожан храмов города. По традиции, на епархиальную елку были приглашены ребятишки из малообеспеченных и неблагополучных семей города. Невзирая на разный возраст пришедших на этот праздник, сказка тронула душу каждого зрителя. Золушка должна убираться, а все должны ехать на бал. Так и справедливо. После спектакля меня переполняют чувства. Я второй раз на такой рождественской елке смотрели спектакль на одном дыхании. Чудесно, красочно, красиво. Я несколько раз поймала себя на том, что у меня был открыт рот от удивления. Мы люди крещенные, православные. Для нас это один из самых главных праздников. Мы его отмечаем всей семьей. Мне понравилась Золушка, потому что эта сказка самая моя любимая. Наталья Шуплицова, Андрей Вилков, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».